Штурм крепости, рыцарские турниры, демонстрация средневековых нарядов. В Крыму на территории Судакской крепости в самом разгаре фестиваль «Генуэзский шлем». Он проходит уже в 17-й раз и за эти годы стал одним из крупнейших в Европе. Самое зрелищное мероприятие – покорение цитадели. Впрочем, только средневековьем фестиваль не ограничивается. Как в Древнем Риме, зрители собирают на гладиаторские бои. Кроме того, можно пострелять практически из всех видов средневекового оружия. Но натянуть тетиву лука непросто. Усилие требуется такое же, как при подъеме 80 килограммов. Видно, да, тягостный такой, прям вот, что им трудно, тяжело, и что мужчины, наверное, все-таки были очень сильные тогда, в отличие от нынешних. Наряды потрясающие вообще. Даже иногда самому охота что-то такое попробовать. В перерывах между рыцарскими турнирами детские баталии. Мечи и снаряжение, конечно, не такие, как у взрослых, но сражения не менее ожесточенные. Прогуляться по историческому лагерю и окунуться в древнюю эпоху все желающие могут до 20 августа.